что такое любовь? Ну, наверное, это когда кто-то кого-то любит. Это я не знаю. Не знаешь? Да. Любовь – это отношения, которые ты чувствуешь, не простые, как к маме, папе, ну, обычные, а, ну, ты понимаешь, что этот человек тебе не просто человек. Любовь – это когда кого-то видит, какую-нибудь красивую девочку. А, мальчик видит девочку? Да. И что он делает? Хочет подарить подарок. Любовь – это когда всегда люди любят друг друга, и они всегда вместе. Что должен делать идеальный муж? Чтобы девушке понравиться, жене своей. Чинить. А еще? Можно по проводам кататься, то есть бегать. А, смотри, идеальный муж должен чинить, должен бегать по проводам. И давай еще третий факт. А еще идти в магазин и покупать. Который работает. Работает, приносит только деньги, да, никаких не тратит. Покупать жене подарки. Покупать и покупать. И покупать, и покупать, и покупать, и покупать, и покупать. Спасибо большое. А что еще? Кто-нибудь еще? Есть миссия какая-нибудь у него, кроме подарков? Ну, может, зарабатывать деньги для семьи. А, для жены, да? Да, ну не только для жены, для семьи. Ага. Азамат, а если бы твоя жена готовила невкусный суп, но ты бы ее любил, ты бы женился? Угу. Да? А вот ты бы ел суп, ты ей говорил, вот он невкусный, такой, как вкусно. Или бы ты говорил правду? Вкусно говорю. А, молодец, так. А что должна делать, прям идеальная, прекрасная жена? Одевает красивое платье. Mm-hmm. И что-то еще делать. Ухаживать за мужем, за детьми, проводить дом в порядок. Mm-hmm. Вещи понимать, заботиться. Mm-hmm. Следить за мужем. Чтобы никуда не уходил, да? Сидел только дома. Если он будет входить, ты будешь ему что говорить? Сиди дома. Молодец. Убираться, готовить, кушать, пылесосить. Еще что? Покупать еду.